Хвойный лес в районе села Егоровка Раздельнянского района трижды горел на выходных. В пятницу пламя заметили местные жители. Они стали тушить сосновый бор собственноручно и вызвали пожарных. К их приезду огонь, раздуваемый сильным ветром, распространился на 5 гектаров. По словам людей, языки пламени обжигали лица, руки, волосы и вещи, но ветер с такой скоростью разносил огонь, что надо было действовать быстро. Сухие сосновые шишки падали и разбрасывали искры, которые поджигали сухую траву и ветки. В ликвидации участвовало 3 пожарные машины, а ликвидировали возгорание почти за 3 часа. Проблема была подъехать к сосновому бору. А это все как бы занимало очень много времени, поэтому подъезжали люди, местные жители с лопатами, начинали землей, глиной забрасывать, и тушили голыми руками, ветками. Там нельзя было ни минуты терять, ни секунды, потому что все сухое, понимаете, влаги не было, а дождя не было, снега не было, поэтому ситуация на самом деле катастрофическая. В субботу и воскресенье пожар в этом хвойном лесу повторялся. И если на второй день площадь возгорания составила 4,5 гектара, и жители снова вызывали пожарных, то вчера уже справились сами. Причины могут быть из-за костров, которые разжигают местные жители. Населенный пункт находится в 300 метрах от деревьев. Этим соснам более 40 лет. Самое страшное, что этот огонь может попасть в соседний дом, да, там, где дети находятся. Сейчас все по домам сидят, вы же знаете, карантин и так далее. Сухие листья все собирают себя с участков и разжигают костры, ветер летает, и этот огонь может попасть в сухой сток сена, в крышу дома, ну или опять-таки залететь в этот же сосновый бор. То есть я считаю, что надо применять очень жесткие меры наказания.